Лариса, ну-ка бегом сюда беги! Кто делал эту чудо-заставку? Ой, ну кто-кто делал? Вон маэстро в трусах, Кол! Кол, это ты заставку сделал? Ты что, наших зрителей собаками обозвал? Чё, какие собаки? Тебе чё, приснилось, что ли? Это год собаки просто следующий. Вот, на, сам на календарь посмотри. Да вот ещё тебе календари, смотри сколько хочешь. Следующий год, год огненной собаки. Поэтому я и сказал, с Новым годом, собаки. Не, подожди, интонацию надо другую. А, ну да, немного по-другому надо сказать. С Новым годом, собаки! Не, ну все равно получается, что ты их собаками обзываешь. Да не обзываю их собаками, я их с годом собаки поздравляю. Ну, в общем, неважно, всех с наступающим, ребята. Осталось еще немножечко, 2 недельки, и все, и наступит замечательный праздник Новый год. И мы всех вас поздравляем с этим событием. Я надеюсь, что вы так же, как и я, любите Новый год. А тем, кто первый раз смотрит нашу передачу, не пугайтесь тому, что здесь происходит. И сразу говорю, мы ничего не курим, мы вообще не курим, не пьем, ничего не употребляем. Просто у нас буйная фантазия, вот и все. Поэтому не надо удивляться всему, что здесь происходит. А начнем мы нашу передачу с маленького рассказа. Итак, поехали! В одном королевстве жил Джоу и Дрю. Мультфильмы он делал, но скучно ему порою бывало. И как-то разок пришла к нему Шиза, потек потолок. И следом за ними поехала крыша. И вдруг он решил, зачем тратить бумагу? Я демона вызову, на пол прилягу. Отдам ему душу свою в пентаграмме, и мультики сами запляшут в экране. Но вышел один небольшой косячок. Сьюзи взяла его на крючок. Демон вселился в несчастную Сью, все дело испортив для Джоу и Дрю. Девчонка умела лишь петь и плясать, но вдруг захотела Алисою стать. Меж ними случилась огромная драка. На кон их жизни встала собака. Простите рассказчику глупую шутку, имел он в виду Бориса-малютку. Но Борис был умным, упитанным волком, и он не хотел своей смерти без толку. Запасшись беконом, взяв карты, кастрюлю, засел он в берлоге и кинул девчулю. Но долго так не могло продолжаться, Бориска устал беконом питаться. Взяв ручку, чернила и листик бумаги, решил он на помощь позвать бедолагу, несчастного Генри, который когда-то их создал и бросил. Поскольку зарплата была очень низкой, ему лишь хватало на бутер с сосиской. Генри, явившись якобы к другу, сразу же понял, что здесь будет туго. Включивши машину, под пол провалившись, от Сэмми он выгреб и, развеселившись, взял руки топорик и студию Дрю. Решил разнести он на самом корню. Дав Борису кость и 3 банки бекона, пошел убивать он Алису с бароном. «Позвольте вмешаться мне в ваш монолог, мой лорд не барон, он велик словно бог». «Пора завершать нам наш классный рассказ. Отстань от нас, Сэмми, ты папуас!» Долго ли коротко время бежало, и Борис был пойман, и ждем мы начала 4 главы от создателя Митли. Алису поймаем и вырежем... титли. Рифмовщик хреновый из нас получился. Я сел на Бориса и в лес удалился. Хотя, подождите, скажу пару слов. Я готов бить Алису, а ты как, готов? Меня бить? За что меня можно бить? Это Сьюзи Кэмпбелл надо бить, это она все виновата. Она в мое тело вселилась, и я никак не могу от нее избавиться. Мой лорд, идите помогите мне резать помидоры. Да-да, сейчас с Сэмми иду. Сэмми, у меня ножа нет. Чара где-то бегала с ножом, отберите у нее нож, пожалуйста. Она все ножи мне с кухни поутаскивала. Чара, иди сюда, где ты бродишь? Дай мне нож, мне надо Сэмми пойти помочь помидоры порезать. А, вот ты где, а ну-ка дай сюда нож. И нельзя играться маленьким детям с ножами, тебя разве мама не учила? Ну, давай, Сэмми, показывай, как тут помидоры правильно резать. Ну вот, берете и режете, вот вам помидор, режьте. Эй, Кол, ты где бродишь? Пойдем елку наряжать. А, извини, Борис, я ее как бы это самое уронил немного. Ну ты балбес! Сейчас Дед Мороз скоро придет, а ты елку уронил. А ну-ка быстро пошли ее обратно ставить. Возьми кого-нибудь помогать, а то мы вдвоем ее не подымем. Эй, Хаджи, что ты там развалился? Хватит позировать! Пойдем елку будешь помогать ставить! Да ну тебя, Сэмми, с твоими помидорами! Посмотри, я на что похож, я теперь весь в помидорах! Ёлки-метёлки, никогда больше к тебе на кухню не приду! Алиса! Алиса, иди сюда, помоги мне переодеться! Чёртов Сэмми со своими помидорами!
Ай, ну что у тебя опять случилось? Ой, мать моя чернильница, Алиса, ты меня напугала, ты почему до сих пор без грима ходишь? А, ну я не успела, еще рано, время еще есть, еще целых 5 часов до Нового года. Ну я бы на твоем месте поторопился, тебе может не ходить 5 часов такую дыру-то залатать. А, не переживай, золотая, у меня очень много красивых платьев нарисовали, хочешь покажу? Да давай, давай, показывай, я люблю красивые платья смотреть. Вот, посмотри, какое красивое мне платье прислали, и шарфик зеленый, я буду самая красивая. А еще мне новогодние крылья прислали, посмотри. Ух ты, классно, о, вот это платье мне больше всего нравится, вообще шикарное. Да, мне оно тоже нравится, и вот это пальто мне нравится, я буду самая-самая красивая, а вы все будете некрасивые. Да ладно, я тоже буду красивым, ну все, давай меня теперь одевай. Ой, Бенди, уже время много, мне надо бежать. Ой, сейчас я тебе пришлю нашего модельера. Он самый лучший, он тебя оденет лучше всех. Ну ладно, давай своего модельера. Эй, Санс, иди сюда. Чё? Какой Санс? Вот этот что ли? Алиса, не оставляй меня с ним одного. А, не переживай, бро, ты не в моем вкусе. Давай, поворачивайся, я буду смотреть, что тебе одеть. Эй, извини, парниша, я лучше сам оденусь, спасите! Так, пожалуй, я тут в толпе затеряюсь, пока меня этот модельер не нашел. Ух ты, как вы классно тут все нарядили, какая красотища. Борис, это ты наряжал? Ну, я наряжал, конечно. Кому как не волку знать, как елки наряжать. Я молодец. Эй, Родвелл, подвинься, я тут торт несу. А, черт! Сэмми, ты торт разбил! Простите, милорд, у меня еще есть. Вот, посмотрите, какой огромный торт. К тому же Вару нам прислал огромный торт из яблок. Очень красивый торт. К юбилею специальное пирожное он нам прислал, так что недостатка не будет. Еще я заказал специально для юбилея торт. О, Сэмми, а мы с Борисом тоже торт заказали для юбилея. Мы что, их солить будем, на зиму заготавливать? Нет, милорд, у нас гостей много. А я помогал елку украшать, девчонок держал на своей шее, у меня уже шея болит. А я заставил Сэмми колбасы побольше нарезать, а то он одни тортики понаставил, фу, да и только. Надо колбасы больше, килограммы, тонны колбасы. Ладно, ладно, Борис, ты тише будь, будет тебе колбаса. Мы специально для тебя у Деда Мороза попросим мешок колбасы, чтоб он тебе подарил. Какой мешок? Мешок это мало. Мешка мне на 2 дня хватит, я хочу КамАЗ колбасы. Ну ладно, ладно, будьте КамАЗ колбасы. Кстати, Сэмми, ты нам частушки написал? Ты обещал нам частушки написать к Новому году. Да, конечно, милорд. Вот, пожалуйста, возьмите тексты. Так, а кто у нас 5 частушки будет? Ой, я не мастер 5 частушки. Не, Борис, ты обязан. Ты будешь про Алису частушки петь. А ну-ка, давай попробуем. Сэмми, заряжай нам частушечную музыку. Не, подожди, Бенди, ну здесь Алиса поет. Здесь от имени Алисы петь надо. Ну, ладно, а ну-ка дай почитать. А, ну правда, да, ты не пойдешь. Ладно, давай, Алиса, иди, ты будешь петь. А, я не хочу я петь частушки, я петь не умею. А реально, петь-то из нас никто не умеет. Давай, Катерина, читай тогда просто так частушки. Ну а чё я не хочу читать. Давай, давай, читай быстро, кому говорят. Ну ладно, ладно. Я Алиса, ангелочек, 7 сердец и 8 почек, 3 желудка, красотища, где же бродит мой волчище? Ем кишочки я на ужин, ем кишочки на обед, мне Бориска очень нужен, чтоб жила я 1000 лет. Сэмми Лоренс, композитор, Сэмми песенки писал, но нашел он кусок мела, сатанистом сразу стал. Бенди-няшка, Бенди-демон, девок сводит он с ума, пьет чернила вместо чая, а еще умеет растворяться, телепортироваться, проходить сквозь пол, управлять чернилами, бить Сэмми, ходить по лестнице, писать письма, носить юбку и танцевать. Бенди вызвать я пытался, пентаграмму рисовал, вдруг явился мой папаша и леща мне сразу дал. Ах, Алиса, ах, красотка, что за милый ангелок, за топор держись покрепче, чтобы в ад не уволок. Генри мультик рисовал, но потом в просак попал, выгнал Дрю его с работы, даже премию не дал. Крыша Сэмми не спеша едет шифером шурша, взял он Бенди, сделал лордом, но не вышло ни шиша. Борис волк, а не собака, носит штаники с дырой, будешь звать его собакой, он придет и за тобой. Я прошел главу вторую, вижу банка катится, Борис вышел из-за досок или Гуфи кажется. Бенди тут и Бенди там, бегает по этажам, спрячусь я в волшебный шкафчик, не достанусь я вам. Поломаю все картонки, всех искателей побью, потому что мне Алиса вантус дала. Что, серьезно, вантус? Как я вантусом картонки ломать буду? Здесь даже раковины нет, чтобы его по назначению применить. Алиса, а ну-ка гони автомат, нимб тебе в башку. Что ты сказал, я не ангел? Все, я понял,
А ну-ка, упрыбайся, меня, у меня вантуз, кому вантузом по роже, подходи по одному. Да, певец из тебя реально никудышный, я и то лучше пою. Но я не буду петь, я не буду вас мучить ваши уши, ребята. Слушайте, а давайте посмотрим, что нам там подарили, какие у нас там подарки. Вон Сэднес уже под елкой сидит, наверное, хочет подарки открыть. А, давай-давай посмотрим, я тоже люблю подарки открывать. Ух ты, смотри, мне медаль подарили как лучшему критику, спасибо, ребята. Кстати, о критике, какая критика, Новый год на носу, вы все молодцы, отличные художники, у вас руки просто золотые. Алиса, ты чё ко мне пристала, зачем ты мне бантики на рога вешаешь? А, Бенди, сейчас Новый год, ты должен быть красивый. Ну я ж не елка. А ну-ка не вертись. А, ох уж эти мне украшальщики. Алиса, но гирлянды явно лишние, я теперь точно на елку похож. Ничего ты не похож на елку, посмотри ты какой красивый, вот и тебе еще конфетки. И к тому же ты не один такой, вот посмотри, Рося, например, он тоже под елочку нарядился, смотри какой красивый. Рося, ну Рай тоже под елочку нарядилась, но это же не значит, что все теперь на елки должны быть похожи. И вот этот товарищ тоже под елку нарядился. Так, пойдемте смотреть, что там нам подарили, под елку заглянем. Ой, блин, а ну народ, разойтись, дайте к елке пройти. Сколько же вас тут собралось? Так, посмотрим. О, Борис, тебе колбасу подарили, а мне мандарины, а Колу бутылку подарили. Кол, зачем тебе бутылка? Я не знаю, эта бутылка явно соком, я ж не пьющий. Ух ты, смотри, какой мне свитер подарили, класс! А по-моему, это фиаско, братан, он тебе большеват! Ничего страшного, я в нем спать буду, как в пижаме! А мне тоже свитер подарили, смотрите, какой красивый! Ох, Сэднес, классный свитер! И еще шапочку, как у Деда Мороза, подарили! Да ты у нас все, ты теперь на весь год одетый! Мне знаешь, сколько свитеров надарили? Я теперь каждый день буду одевать новый свитер! Бенди, ты хоть покажи, что за свитера тебе подарили, мне интересно. Поделишься одним? Конечно, Борис, поделюсь. Ну давай, смотри. Свитер с оленями, треники с коленями. Я на последние буду отжигать. Больше эротики, а в Фейсбуке котики. Мемы и комиксы, не надо нам мешать. Опа! Ну что, Борис, ты выбрал себе свитерок? Да, я хочу вот тот самый первый, который был красненький с желтенькой заплаточкой. У меня как раз штанишки с заплаточкой, будет смотреться просто шикарно. Ладно, давай пойдем посмотрим, кто к нам в гости пришел сегодня. О, пойдем посмотрим, я люблю гостей. О, смотри, Норман. О, Норман, а что это он с цветами, вроде не 8 марта. А Норман цветы у нас любит. Да ладно, а я даже не знала, что он цветы любит. Ну конечно любит, он снимать все любит и цветы любит, он все красивое любит. О, смотри, я вон Родвелла вижу. Родвелл, привет. Привет, братюнь. О, смотри, а вон Андань пришла. Смотри, она в костюм мушкетера оделась, красивая такая. А вон еще какая-то девчонка пришла с красивой шляпой. Ой, девчонки, смотрите, это Бенди. Эй, девчонки, подождите, куда вы меня потащили? Я потом фотографироваться буду. Афина, привет, Афина. О, привет, Бенди, как дела? Нормально. О, Селена, здорово, сестричка. Привет, Бенди. О, Каревать с Сиреной тоже пришли. Привет, девчонки, такие все сегодня красивые. А это, если кто не знает, это Настя Белка, это подруга Сэмми. Настя, я не знаю, где Сэмми, он где-то шарится на кухне. Так, это у нас Last Бенди, Ice Бенди, Космо Бенди и Fire Бенди. Это тоже все мои братья. А это Rainbow Бенди, самый красивый из всех. А это самый высокий братик из всех, а его Рэй зовут. Это Лотос, он маленький и похож на дракона. Это мой звездный брат Оутер, он самый красивый, у него такой яркий цвет, мне он нравится. Да-да, не удивляйтесь, мы любим Бенди всех цветов, мы не расисты. Хоть зеленого, хоть синего, хоть в горошек, хоть в полосочку. Ну посмотрите на эту красоту, ну как его можно не любить? Он просто прекрасен, весь в звездах. А Хаджи, смотрите, какой он красивый, как он элегантно одет. И его друг тоже замечательно одет. Анти у нас вообще красавчик, у него же белый костюм, белые волосы. Он просто великолепный у нас брат, самый красивый из всех. Вовчик у нас веселый и куртку у Санса спер. А это у нас Кайл, он у нас, правда, не разговаривает. Привет, Кайл, я видела Лиса вон там за елкой где-то была, она тебя тоже бегала искала. Рэч, отдай мне краски. О, аккуратно, вы меня своей краской не испачкайте, я только новый свитер одел. О, Бенди, посмотри на Кола, ему, походу, тоже большой свитер подарили. А, еще мне говорил фиаско, братан. Эй, братан, у тебя фиаско. Чё, фиаско, у меня еще один клевый свитер есть, вот, зацени.
У тебя такого нету. О, смотри, Капхэт волосы отрастил. Или это не Капхэт? По-моему, у него сиська там была нарисована. О, подземелье пришло. Привет, ребята. Фуриска, свитер у тебя сегодня какой красивый. Блин, ей в шортах не холодно. Азриэль, заходи, отличный костюм у тебя, Азриэль. Это что, новогодний костюм такой? А что с ним не так? А да не, ничего, все так, клевый костюм. Кэрри, привет, еще раз, мы уже где-то виделись. Кэрри, а Кол вон разговаривает с какой-то девчонкой-лисой. Так вы там не подеритесь за Кола. О, что тут происходит? Блин, торты куда-то потащили. Торты верните на место. О, привет, девчонки, смотри, какие красивые, фиолетовые, синие, черные. О, это мамка Роскомнадбенди пришла. Привет, Ека. О, боже мой, а кто это столько роботов наприглашал? Ой, не знаю, это не я. Ну ладно, пусть заходят. О, подарки, подарки. Давай смотреть, что там в подарках. Ух ты, венок. Я давно себе такой хотел на дверь повесить. О, от Генри подарок. Что он мне подарил? Чё, уголь подарил? Генри, ты чё, обалдел, что ли? На кой чёрт мне уголь? Эй, Бенди, подожди, не ругайся. Чё не ругайся, Генри, я тебя ненавижу. Бенди, ну чё-то он о тебе заботится, чтобы тебе тепло было. Заботливый чёрт. Я тебе этот уголь в сапоги насыплю. Сэднес, а ты чё опять грустишь? Новый год на носу, не грусти, братюнь. Да он всё время грустит, у него натура такая, понимаешь, грустная. Вот, смотри, я тебе наушники дам, они по цвету тебе отлично подойдут. Послушай музыку. Так, а Дашко что на полу тут сидит? Дашко, а ну-ка, Борис, посади её вот на эту красивую пони. Пусть она скачет уже в кроваточку, уже ей спать давно пора. Рося, Рося, привет. Рося, тут яойщиков у нас выискивает. Смотри, Борис, у Роси подружка появилась. Смотри, какая красивая, розовая. Ух ты, Анди, какой свитер, дашь поносить? Да, конечно, братюнь, без проблем. Лютик, Лютик, я про Лютика совсем забыл. И у Лютика подружка теперь есть. Ну все, у нас теперь все с подружками. Молорд, хватит жрать печенье, пойдемте фотографироваться. О, фотографироваться я люблю, пойдемте. Уже поздно, харе фотографироваться. Лени, давай загружай мешок, ты у нас будешь за Деда Мороза. Так, а кто у нас будет за оленя? Алиса, ты будешь за оленя. Что я за оленя? Ну почему? Ну, потому что ты одна летать умеешь. Логично, логично, Алиса будет оленем. Слава богу, что не я буду оленем. О, смотрите, ребята, наши гости уже по домам пошли. Давай, давай, пойдем их провожать. Сэднес, Сэднес, ты там не простудись, смотри. Ну все, ребята, Борис уже спит. А мы с Алисой тут остальные подарки открываем. Спасибо всем за ваши красивые рисунки. А Сэмми, да, Сэмми пошел на кухню чай пить. Он бедный, не может уснуть. Кол тоже уже пошел под плед, с кем-то там уселся. А наш канал всех-всех-всех ребят поздравляет с наступающим Новым годом. Всем огромное спасибо за то, что вы для нас рисуете, за то, что вы смотрите нас. Я вас всех очень-очень люблю. И не будем шуметь, чтобы никого не разбудить. Ну все, ребята, всем пока, с наступающим вас!